Здесь закаляется сталь. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров посетил компанию «Эсти Кроун», одного из крупных игроков рынка промышленного производства. Находится она в Видном на Белокаменном шоссе. В начале визита была устроена краткая экскурсия по территории. Турбинку, которую делали раньше только французы и немцы, освоили сами, которая дает высокое давление газа. Я правильно понимаю, что вот здесь вы это все собираете, а дальше это вот монтаж и уже... Да, и у заказчика все это дело монтируется, запускается. Вакуумные печи, атмосферные, термокамеры, печные горелки. Словом, все, что помогает упрочнять металл, является основной продукцией «Эсти Кроун». В числе заказчиков предприятия ВПК. Среди партнеров крупнейшие отечественные и зарубежные компании. Так, в ближайшей перспективе организация совместного производства пил для резки стали и сплавов с китайской корпорацией «Симпсон». Планов много, и при слове «санкции» руководитель «Эсти Кроун» только улыбается. Лучше, чем до санкций. Это сказалось очень хорошо вообще для нашей промышленности и, собственно, для нашего предприятия в частности, потому что мы смогли выйти в те ниши, которые были заняты западными производителями и куда пробиться было практически невозможно. Коллектив «Эсти Кроун» почти 100 человек, и большая его часть – видновчане и жители округа. Работает компания в муниципалитете с 2006 года. Производственно-складской комплекс арендуется у акционерного общества «Мосмекнедвижимость». Его территория и стала второй частью визита главы муниципалитета Станислава Катарова. Собственно, вот здесь второй вход в это новое помещение. Конечно, обойти все 20 гектаров и производственно-складские помещения площадью 135 тысяч квадратных метров очень сложно. Но за время часовой экскурсии очевидно. Промышленная недвижимость в Ленинском округе пользуется стабильным спросом. Сейчас, например, у «Мосмекнедвижимость» более 50 арендаторов. Наш округ, так как находится достаточно близко к Москве, он очень интересен компаниям, потому что это, можно сказать, склады, если то это склады последней мили, которые очень удобны для компаний, чтобы доставлять товары в Москву. В скором времени объекты компании планируется реконструировать. Кроме того, на следующий год запланировано строительство складского комплекса класса А. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.